Добрый день! Это видео поможет вам поменять самостоятельно картридж и иметь воду до приезда нашего специалиста. Первое, что вы сделаете, это перекрыть воду на кране, который находится рядом с нашим Emergency Water Stop. Повернуть рукоятку его в положение поперек. Следующее движение, которое вы делаете, это перекрываете краник, который находится сверху нашего танка. И теперь, чтобы сбросить давление воды в системе, вы поворачиваете в положение открытый краник с водой. После нескольких капель давление в системе сброшено. Теперь откройте, пожалуйста, боковую крышку вашей системы. И положите систему лежа для удобства работы с ней. Вы можете открыть обе крышки или одну с любой из сторон, как вам удобнее. Теперь передний картридж, который находится со стороны передней стороны системы, окей, вы вытащите из гнезда. Может быть, несколько капель прольется, поэтому приготовьте баунти снизу. Поворотом вокруг своей оси по часовой стрелке вытаскиваете через дно картридж. И на его место вставляете полученный от нас новый картридж. Имейте в виду, что нужно попасть на вот этот голубой шток центром нового картриджа, чтобы активировать работу системы. После совмещения поверните против часовой стрелки наш картридж новый до упора. После этого в обратном положении откройте все краны, поставьте систему удобно, там где она стоит. Позже вы сможете закрыть боковые крышки. Сейчас вы открываете, закройте кран сверху, откройте кран на бочке и откройте подающий воду кран. Вы услышите, как система наполняется водой.